вам всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня будет нереально крутое видео. Это будет самое смешное видео в истории моего канала. Я вам это гарантирую. Прямо сегодня, ребята, ТикТак подрубил свой стрим спустя 2 месяца перерыва. Он 2 месяца вообще не стримил. И знаете что? Я решил его прямо сегодня затроллить. А именно, я прямо сегодня ему отправлю 1 миллион рублей. Но есть одно небольшое но. То, что это будут фейковые донаты, потому что у меня есть доступ к его донатам. Ну что же, ребятки, прожмите лайк, обязательно подпишитесь. Ну а мы начинаем! Вот он, старый добрый ТикТак. Я знаю, что вы все по нему скучали. Все, братва, погнали мы кидать первый донатик. Ну а донат будет таким. Он будет максимально смешным. Давайте его прочтем. Привет, это тебе от меня. Передай пры мне. И не смейся с моего имени. И имя Акакий. Блин, мне же интересно, какая у него будет реакция. Погнали, ему отправим первый косарь. Ух, ё-моё, чуть обосрался. Спасибо большое, бро. Меня забрали. Привет, и это тебе от меня. Передай привет и не смейся своего имени. А как? Братик, ну любишь какать. И шо, нормальное имя, нормально. Спасибо за косарик. А тебе ручку пожал, поцелуйчик. Спасибо большое. Блин, ты меня испугал своим донатом, ё-моё, блин. Ну, спасибо большое. Да, ТикТак уже даже и забыл, что такое донаты. Братва, ну это мы сразу не будем терять времени. И погнали, мы сразу отправим следующий донатик. Ну а следующий донатик у нас будет более крупный. И будет написано: СПС ТикТак, передай ПЖ привет еще моему другу Махмуду. Но вы знаете, что ни одного моего троллика не обходится без Махмуда. Это просто нереально смешное имя. И кидает 2 косарика. Если среди моих подписчиков есть Махмуды, братва, не обижайтесь, люблю вас. Погнали кидать. Акаки! 2 косарика, братик, спасибо тебе большое. Передай ПЖ привет еще моему другу Махмуду. Акакию, Махмудику, большущий привет, Акаки, братик, спасибо тебе огромное. 2 косарика закинул, я... Вот, смотри, ручку тебе ляц протянул. Спасибо, родной, спасибо, спасибо. Ты ж меня до сих пор не кильнули. Братва, а есть у меня среди подписчиков хотя бы 1 Акакий? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы идем отправлять следующий донатик. Ну, а следующий донатик будет 5 косарей. Представьте, тоже крупная сумма. И напишу: ТикТак, спой песню про меня и моего друга Махмуда. И про Пепу. Блин, я надеюсь, ТикТак меня не спалит. И да, хэштег Кент не Пепа. Отправляем ему 5-орек. Погнали. Сколько? Братик, 5 косарей, Акаки. Спой песню про меня и моего друга Махмуда и Пепу. Акаки, братишка, спасибо тебе огромное. Братик, от души за 5 косарей я тебе такую же песню спою. Давай. Ты тупо офигеешь. Брат, Акаки, дорогулька ты моя, пою песенку про Какия. Очень вот песня. Песня про моего нового друга Какия. Какия, брат, спасибо тебе огромное. И Махмуду тоже привет. Что-то Махмуд что-то знакомый, что-то, блин, у меня походу, блин, это подписчик такой когда-то раньше был. Ладно, дорогой мой друг Акаки, поехали. Давай. Выхожу я на крыльцо, пачет свое яйцо. Там стоит Акаки и Махмуд. Я выхожу, там шерпы. И мы с ней танцуем вместе и поем. Не, какая-то хрень получается. Ладно, давай Моргенштерна в стиле Акаки. Акаки, Акаки, это новый Акаки, Акаки. Ладно, брат. Идеально, хорошо. Спасибо тебе огромное за 5 косарей. Спасибо тебе огромное, я сейчас пиццу закажу за них. Блин, реально, спасибо, реально, очень приятно. Спасибо большое. Пошел заказывать пиццу. А деньги-то не настоящие, когда пиццу закажет. Фух, как же мне повезло, что ТикТак не спалил, что это фейковый донат. Он дальше потеет, играет, все, ребята, но дальше будет донат еще интересней. Давайте отправлять ему следующий донат. Ну а следующий донат будет 10 косарей, представьте. Спой еще и про папу моего. Я очень богатый, у меня автосалон, владелец папы. Ну, я имею в виду папу владельца салона. Надеюсь, ты так поймет. И отправляем, ребятки, десяточку. Десятка это уже прям реально супер много. Сколько? 10к! Акаки, братишка, спасибо! Смотри, что не вышло, 2 фрейма бокса. Ой, еще про моего папу, он очень богатый, у меня автосалон. Шо, у меня автосалон владелец папы?
А Катя, что ты несешь? Подожди, а у меня автосалон, говорит, владелец папы. Ты что, с ума сошел? Что это такое? Что это значит? Есть, говорит, про моего папу. Подожди, стой, дай-ка я донаты выведу, а то я ничего не вижу, блин. Донаты, ай-яй-яй. Дорогуки ты моя, братик, дал ты. Это ладно. Кому ты дал, братик? Папа, ты хороший, хороший человек, если у нее, если ты как про... Я так понимаю, он владелец автосалона. Хорошо. Спой еще про моего папу. А, подожди, а, я очень богатый. Так это ты, получается, папу обеспечиваешь, а? Ну, значит, что мне-то про папу твоего петь. Лучше про тебя спою, дорогой мой. Подари мне тачку какую-нибудь, вот это будет имба. Ладно, песня про папу. Давай, про папу никак. Папочка, а как и я дорогого моего? Подари-ка мне ламборджини какую-нибудь красивенькую. А я буду твоим другом любимым. На всю жизнь будем мы с тобой дружить. Акакий, Акакий, Акакий. Ой, что-то я вошел, что-то я вошел. Нормально, пошли. Пойдет, пойдет. Если что, это все шутки, это все шутки. На самом деле, Акакий, это мой лучший друг теперь. Не, реально, Акакий, спасибо тебе, реально огромное. Ты ж 17 косарей не залепил. Я за Акакий сейчас топ-1 займу в честь этого. На! Обалдеть, 17 косарей же залетело, ребят. Ну вы понимаете, что все эти донаты, это только начало перед великой бучей. Прямо сейчас, ребята, будет просто... Ох, сейчас будет прямо жесткий донатик. Погнали. Отправлять. Акакий, 20 кусков. Папа сказал, что хочет увидеть твой танец ради нас и Махмуда. Сейчас тик-так вот для нас с вами танцевать. Ох, ребята, это будет интересненько. И отправляем ему 20-ку. 20-ка! Братик, спасибо тебе огромное, Акакий, родной! 20 тысяч, слышишь? Слышу. Папа сказал, что он хочет увидеть твой танец ради нас и Махмуда. Ха-ха, ну да. Братик, Акакий, 20 тысяч, ни хрена себе. Брат, ну, давай. В честь твоего папы можно и танец танцевать. Слышишь, может быть, реально твой папа мне тачку подарит тогда, если он такой богатый, реально. Танец ради нас и Махмуда. Всегда так смотри, как будто, да, как будто он папа, может рыдаться, что это я. Махмуду папе! Большущий привет! Акакий, родной мой, спасибо тебе! Танец! Давай станцуем ради Махмуда. Для папы Акакия, для Махмудыча, родного моего. Сейчас станцуем. Опа. Так, давай, песня. И первую песню попавшуюся. Первую попавшуюся из реков. Давай, родной, давай. Не переключай, брат, это не реклама. То есть мне за это деньги не платили. Короче, братишка, смотри. Сейчас в связи с тем, что у Ютуба очень большие просадки, у следов очень большие просадки, я потихоньку перехожу на Twitch. И прямо сегодня будет стрим. Потом, братик, просто подпишись на мой Twitch по ссылочке в описании. Если тебе интересен я, блять, я надеюсь, по-любому интересен. И потом возвращайся обратно, досматривай дальше видосик. Ссылочка снизу, первая ссылка. И на ТГ тоже можно подписаться. Вторая ссылочка, там вся инфа. Твою налево. Это первая попавшаяся песня с реком была. Ладно. Поехали. Ох, ребята, знаем мы эту песню. Как весело, как весело. Махмуд, родной мой папа. Ты любимый мой бабулечка. Давай, бабулечка, мне. Ничего, малый. Акакий, мой дружочек новый. Спасибо тебе, родной. Нет, это мы класс. Мы с Махмудом лучшие друзья. А наш сыночек... Мне бой забанили. Наш Махмуд, папулька Акакий, лучший папа на свете. Тебе большое спасибо за донатик, пойдет, пойдет, дорогой. Ай, красавчик. Не, хорошо, хорошо. О, осуждаем, осуждаем. Махмуд, ты мой родименький, спасибо тебе, родной, за то, что ты родил Акакия, братву. И... Все, я больше не знаю, что спеть. Брат, обалдеть. Ну, спасибо, шляпкой погощаем ради Махмуда. Блин, слушай, ну как будто вообще прям очень даже неплохо. Бедный тик-так, как же он расстроится, когда узнает, что, к сожалению, все эти деньги не настоящие. Ну что, ребятки, ну я думаю, настало время реально жестких донатов. Погнали отправлять. Ну а следующий донат будет 30 косарей рублей. Прикиньте, это уже реально серьезная сумма. На день, носок, на голову и кричи, Акакий топ, а Махмуд дно. 30 косарей, 30.
Я даже боюсь представить, насколько же это будет смешно. Носок на голову, я не знаю, это вообще возможно. Носок, он же маленький. Ну, короче, посмотрим, что из-за этого выйдет. Но я думаю, это будет очень смешно. Погнали мы отправлять. Тридцаточку, дзынь. Давай, родной. О, тридцатка залетела. 30 000 огайки. Братишка. Спасибо, огромные. Надень носок на голову, кричи, а как и дном, а как и топу махнут дно? Ты почему про папу дно говоришь? Да папа не Махмут, братишка. Махмут это вообще просто надень друг. Надень на голову, кричи, а как и топ. Носок на голову, кричи, а как и топу махнут дно. Ты шо, дорогой мой, а как и надену, слышишь, а как я надену? Надо, братик, ты мой, смотри, надо. У меня на... Полился! Твою надел! У меня дырка в носке! Есть пробитие, да, в носке? Есть пробитие. А в другом тоже! У меня дырявые носки! И не только носки. Не, на самом деле я просто надел дырявые носки, потому что я дырявый! Ладно, брат, окей, ради тебя! Давай! Братишка, ради тебя! Давай! Я тебя, блядь, больше. Ой, готовьтесь! Акакий? Все ты! А, дорогой мой! Акакий! Сейчас одеваем носок на голову, блядь. Носок на голову не могу надеть, братик. Носок маленький очень, на голову не налазит. Акакий топ махнут дно! Меня банит! Меня забанило! А, это АФК кик. Братик, носок на голову, Акакий топ махнут дно! А что ты, папа? Ты что не хваняешь, жестко? А что ты папу оскорбляешь? Акакий, слышишь? Папу не надо оскорблять. Махмут, это же папа твой, да? Не надо оскорблять папу, папа топ. Пусть мне папа вообще подарит тачку какую-нибудь, слышишь, своего автосалона. Имбовый. Не, слушай, ну всегда как будто 30-очку отработал. Ну как будто можно было носки на голову надеть. Но ничего, ребятки, ща будет еще более смешной донат. Погнали отправлять. Продай ради моего папы нож в стендов 2 за 003. И кидаем полтосик, дзынь. Донатик улетел, погнали смотреть реакцию тик-така. Я уверен, начнем это орать жестко. 50 000 родных! 50 000, Акакий, спасибо большое! 50 000, братишка, продай ради моего папы, что он написал? Нож стендов 2 за 0,3, брата, без проблем, слышишь? Я прям сейчас, я в чате пишу, просто пишу, сосите, Акакий, топ Махмуд дно, я пошел продавать нож. Просто спасибо, братик. Я предупредил противников, почему я выхожу. Как думаете, какой нож он продаст? Напиши в комментариях. Ух, ничего не Акакий. В честь вас открываю. Опа. В честь вас один открою. Говно. Так, это в честь Акакия, моего нового друга и его папы Махмуда. Так, давайте. Да папа не Махмуд. Папа не Махмуд. Рандомный нож. Ап. О! Повезло, повезло! Акакий, братик, мы сливаемся 0-0-3. Ап, до свидульки, ап, улетел. Не, ну сделал, пацаны, сделал. Правда, повезло, что нож дешевый, но в теории там мог выпасть Кирголд, и я уверен, ты так бы его реально продал, потому что он ни секунды не сомневаюсь, просто взял и продал. Не, ну хорош. Ну что, ребятки, я думаю, следующий донатик отправляем ему? Я думаю, можно. Следующий донат будет таким. Продавай свои дешевые скины, продавай весь инвентарь. Просто его так, Саша, совсем и кидаем суточку. Полетела жара по трубам. Что? 100 000! 100 000 рублей, Акакий, брат! Как же он расстроится, когда узнает правду. Продавай весь инвентарь. Не, ну, братишка, слышишь, ты что, прикалываешься? За 100 000 рублей инвентарь не буду. Ты ж посмотри, Акакий, братишка, ты что? А, ты не посмотри, хочет, да? Не хочет продавать. Скинов. У меня один Кирголд будет 100 000 стоить. Посмотри, у меня раз Кирголд, у меня два Кирголд, сзади еще один. Мимикрайка у меня, дорогой мой, 120 косариков стоит. Ага, Дуэл Дагер с Хармонией у меня 53 000. Не хочет продавать, ради Акакия, ради брата своего. Почти 500 000, только вот эти скины
на балансе постоишь, сколько. Ты что? Так, я пол. Короче, тик-так ломается, значит, надо отправить ему еще не донатик. Не, вообще по факту. Его инвентарь стоит дороже, поэтому он и не продает. Ну, это логично. Но сейчас мы это поправим. Значит, не хочешь продавать инвентарь. А рвать футболочку хочешь? Если любишь меня, порви футболку. И кидаем 200 косарей. Отправляем. Боже. 200к! 200 тысяч, брат! 200 тысяч родной! Ты чё прикалываешься? Братишка, сейчас спасибо тебе огромное! Готовьтесь! 200к! Если любишь меня, порви футболку! Братан, без проблем! Сейчас принесу футболку, я порву ее тупо жестко в честь тебя! Сейчас футболку принесу, братик! Ой-ой-ой, ребята, слушай, это очень интересно! Тик-так, прям сейчас будет рвать футболочку! Братишка, футболочку беленькую дошел в честь тебя, родной, сюда, малышка! Сейчас мы ее порву! Блин, главное, чтобы это не был какой-то брендом ни Гуччи, ни Дольче Габбана, ничего такого, потому что это будет овердорого! Вы же понимаете, а потом после того, как я скажу, пранк, должен буду тебе так и все это отдать. Слушай, или не говорить ему, что это был пранк. И можно не отдавать. Ты же, я похож, знаешь, на это давать? На кого я похож? Смотрите. Какой-то есть такой. Чудовище, нахрен. Махамуд, я как иду? Я застрял. Так, Акаки, родной мой, сейчас побольше сделаю, чтобы ты видел все своими маленькими глазками. Ну что, родной? Пошел, Акаки, моего любимого друга. Братишка, Акаки, спасибо тебе за миллионы, которые ты мне донатишь. Акаки, топ! Он еле рвет, просто еле рвет. Посмотрите. Братишка. Еле-еле рвет. Давайте и так ему. Ютуб, все хорошо. Ютуб, все хорошо. Ничего себе. Тик-так ему, ты че, родной? Братишка. Ну, как будто не до конца порвал, да? Мой, как будто не до конца. Могу по почте тебе прислать. Надо дорвать, слышишь, надо дорвать. Новые труселя, говорит. Смотрите. Оп, юбочка готова. Ай, ты посмотри. Какая юбочка. Все же нормально, все, юбочка есть. Так, ну чё, братва, погнали мы кидать следующий донатик. Следующий донат будет нереально смешной. Пол мульта кидай, 500к. Выбей нож с 10 попыток, и мы с папой подарим тебе ламбу 2018 года. Разгон до сотки 0,2 секунды. Папа лично проверял, он сейчас в больнице. И отправляю, ребятки, пол мульта. Погнали! Сосу грибы, дайте мне грибы. Что? Полмиллиона? Да! Что? Да! Акаки, брат! Полмиллиона? Подожди, это прикол? Реально полляма закинул! Акаки, выбей нож с 10 попыток, мы с папой подарим тебе лампу 2018 года! Разгон до сотки 0,2 секунды! Папа лично проверял, он сейчас в больнице. Ну ты же рофлишь. Ты же это признаешь, такой 0,2 секунды, братишка. И все, Эля, и папы нету. Он не в больнице, он сейчас в космосе был бы, братишка. Не прикалывайся. В космосе? Ну ты тоже сказал. Не, реально? Если ты мне сейчас, но если я сейчас выбью этот ножик, ты мне ламбу подаришь? 2018 года? Блин, ламбу Хуракан хочу, родной. Ламбу Хуракан, прикинь, реально, папа подарит мне. Это вообще будет имба. Давай, реально, я согласен. Я только за, родной, только за. Давай, три этих, два этих. Давай два вот этих. О, ребята, сейчас будет контентик. Надеюсь, вы готовы. Из 10 штук выпадет мне. Блин, можно было не попасть, у меня еще были, смотри. Ладно, пофиг. Братишка, спасибо тебе огромное. Давай. Я открываю, дорогулька ты моя. Я открываю. Если мне упадает наш Чанский, он пообещал мне купить лампу нахрен. А, подарить, даже не купить, подарить. Ну слушай, ну давай. Давай, пробустим на наш Чанский. Вот так вот я буду крутиться на лампе, дрифтить нахрен.
мне, поехали, пау, пошла вы. Пошла жречка, пошла. Говорит, пошла возня. Обалдеть, аркана. Почти аркана с первой попытки. Ну, я уверен, ему ничего не выпадет, но давайте ради интереса посмотрим, что же там ему выпадет-то в итоге. Мне же интересно, прините реально нашу. Ну, да, реально. Ладно, хорошо. Окей, ну, окей, ладно, хорошо. Пускай будет, да? Давай. Мы пропустим на бабочку Лиаси. Пропустим три раза. Раз, два, и три. И покрутим, повертим ее нормальненько. Оп, и пошла. Оп, пошла жара по трубам. Опа-па. И что это такое? А где? Разработчики стендофа, ну вы не наглеете, слышите? У меня ламба на кону, что вы мне за говно тут сыпете, а? Раркер мне сыпет сюда. Я тебе сейчас в рот насыплю, Вася. Раркер мне сыпет. А если перчатки-то будут считаться? Не, ну я думаю, будут считаться же, наверное, да? А прикинь, сейчас реально перчатки, поэтому мне говорит, а, я тебе говорил на щатки, не перчатки. Вот это будет подстав нахрен, а? Ладно, бустим на перчи тоже. Оп, так. И полетела жара по трубам. Пошла жаришечка, моя родная. О, полетела. Две, три, что? Три пары подряд! Это же такое, очень близко. Алло, три пары подряд! Капец, слышишь? Это же сейчас было вообще? Это же сейчас было вообще, а? Давай, фастом один, давай. Опа! Фастом. Не, я думаю, нож ему не выпадет. Не выпадет. Давай, куда? Ну куда? Не выпадет. Я вам говорю. Ну блин, что это такое, алло? Короче, бортва, давайте так. Мы прямо сейчас переместимся к последней попытке тик-така. И я думаю, вряд ли мы что-то выпадет. Все, перемещаемся. Ну что, ребята, последняя попыточка. Ну что, ну какой? Не повезло, деньги. Не повезло, маленький ты мой. Короче, бортва, я сейчас подготовил супер смешной донат. Папа сказал, что деньги надо вернуть. Ему лекарства надо купить. Мне же интересно, как тебе так отреагируют, как вы думаете? И кидаю миллион. Что? Миллион рублей? Акаки, братишка! Спасибо тебе большое. Миллион? Не, потому что это прикол какой-то. Папа сказал, надо вернуть деньги на лекарства купить. Я все потратил уже, а как? Бро, я только что заказал себе новый комп. Я себе потратил, знаете, как я тебе верну. Не, ладно, я шучу, конечно. Подожди, ну это прикол. Лям! Ну, я не верю. Не, ну это ров. А как я, братишка, лямчик мне заносит. Подожди, ну это прикол или... Лям! Подожди, сколько ты мне суммы заносил? Лям, полтора, лям 700. Блин, он сейчас палит, нет? Короче, почти 2 ляма мне закинул. Так да. Реально почти машина. Братик, спасибо тебе реально. Не, подожди. Ну, типа, чтобы вы понимали, я просто сейчас сижу. У меня уже настолько эмоций переполнены, что я просто в шоке. Мне даже сказать нечего. Мне даже сказать просто не... Ну чё, брата, погнали отправлять последний донат. 10 миллионов. Не, давайте 100 миллионов. 100 миллионов. Ладно, все равно, папу. У меня еще мама есть. Это тебе. Привет от твоего друга Тнек КПА. Ну, если данный период прочитаете, это будет кто? А ну, напиши в комментариях, что получается наперед прочитать НЕК КПА. Все, кидаем и погнали смотрим на реакцию нашего малыша ТикТака. Грибы, дайте мне грибы, дайте мне без... Что? 100 миллионов? Что за бред, подожди. 100 миллионов? Это что за хрень? Подожди, что за бред? Лан, все равно на папу, у меня еще мама есть, это тебе. Привет от твоего друга ТНЕК КПА. У меня таких друзей нету. Что за прикол, боже? 100 миллионов? Это же фейки? А, он понял, он понял! Он понял! Это фейк донат. Где бабки, Акаки? Кто такой ТНЕК КПА? Какой КПА? Какой КПА? Бабки, а не Акаки! Я тут майки рвал, танцевал, слышишь? 102 миллиона. Ты мне должен. Ну, хотя бы 2. Трындец, Акаки, иди ты в жопу. Все, пошел ты в жопу, я стендов удаляю, я банал. Я удаляю стендов, нахрен, западла, Акаки. Короче, братва, я прямо сейчас погнал к нему звонить и говорить, что это все был пранк, потому что пранк зашел слишком далеко, и чтобы он там не сильно не злился, и все ему отдам. Поэтому, ребята, прямо сейчас прожмите лайк, нереально угарный троллинг, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Ссылочка на мой ТГ есть в описании. И в телеграм-канал я залил наш разговор с ТикТаком. Поэтому переходи, подписывайся на мой ТГ. Также сегодня стрим на Твиче, ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока-пока.